Привет, друзья! У нас с Ангелочком сегодня вечер открывания поняшек. Это свитбокс из пони. А кроме игрушек, там внутри мармеладки. Да, я люблю их есть. Я тоже люблю, дай 5. Наедимся и насмотримся. Выбирай, какую мы сейчас откроем. Это пони-сладкоежки. Это Литл Пони, а это пони-сладкоежки. Да. Открываем. А сейчас узнаем. Мы узнаем все про каждую поняшку. Открываем. И внутри мармелад и игрушка. Достаем мармеладки. Да. Я сама могу. Вот они. И вместе с мармеладкой у нас сладкая поняшка. Пони-сладкоежка. Ну-ка, пони, выходи. Ого, ты только посмотри, какая красивая пони. Я таких в жизни не видел. Вот. Это пони Зефирка. Да. Ты посмотри, какая у нее грива. А какая она шелковистая, как будто шерсть у нее есть. Да. Она добрая, она отзывчивая. И всегда придет на помощь. Где? Вот она. А вот она. А, да. Давай посмотрим, что есть вот в этих свитбоксиках. Что написано здесь? Мармелад с игрушкой. Литл Пони. А какая Литл Пони, мы узнаем, когда откроем. Да. Раз, два, три, четыре, пять. Надо пони открывать. Пони открываются, пони появляются. Мармелад. Вот. И пони, которая называется... Во. Ребята, это же Луна, да. Принцесса ночи. Ну и по совместительству младшая сестра принцессы Селестии. Если кто знает. У нее невероятно роскошная грива. И хвост, который развивается ветром. Ну и, конечно, рог. Луна – единорог. Да. Вот она. Наша задача – добыть очередную пони из коробочки. Открываем? Да. Мне нравится открывать такие вещи. А тебе? Да. Так. Мы достали мармелад. Открываем мармелад, высыпаем на стол. Очень хорошо получается. Открываем пони. Остаем. Это что такое? Кто это у нас? А это Rainbow Dash. Вот смотрите, вот ее изображение, а вот она, а вот изображение. Похоже? Да, похоже, и эту похоже. Rainbow Dash. Мы как-то недавно с Ангелой украшали такую поняшку крыльями. Да. А вот ее большая картинка. Да. Rainbow Dash. Где она? А вот она. А, да. Радужная поняшечка. На прицеле еще один свитбокс. Вот, она постельная. Последний свитбокс с маленьким секретом внутри. Да. Тебе не терпится узнать, что там внутри? Нет, не терпится. Ну, во-первых, это мармелад, который тут же был вскрыт и беспощадно высыпан прямо на стол. А теперь достаем очередную поняшку. Смотри, кто там у нас. Вау. Ух, вот это красота. Вот. Вот это грива, это Пинки Пай. Пинки Пай. Всем известная Пинки Пай. Да. Право посмотрели, слева посмотрели. Невероятно роскошная красная грива на фоне розовой шерсти. Вот она. Настоящий розовый пирожок. У нее еще шарики. Нарисованы шарики? Да. Точно, у нее здесь нарисованы шарики. Вот Кьюти Марка с шариками. Да, Кьюти Марка. Собираем все в кучку. Ангела, где Зефирка? Вот она. Вот Зефирка. Где Луна? Вот она. Где Rainbow Dash? Вот она. А где Пинки Пай? Вот она. Ура! Отличная коллекция. Скажем всем пока-пока. Всем пока.